Надо подравнять. Нормально. И поднакрасить. Все, хватит уже красить. Ну, Дима, ну вот, вот поэтому, собственно, все вот так вот. Крупными штрихами. Все нормально. Не, у тебя, кстати, очень хорошо в таком. Прям китана. Китана. В преддверии Хэллоуина у нас будет коллаба века. Со мной мой друг Дмитрий Силкин. А со мной Пуспин. Да, да. И я в этом видео покажу, как сделать макияж на Хэллоуин для него и для нее. Будет комбинированный макияж при помощи вот такой вот грим-палетки. Также будут использоваться тени и разные пигменты. Опять видео идет. Я знаю, да? Я нажала. Ну, ё-моё, ну почему я всегда говорю тогда, когда это не нужно? Это будет без звука. Так, поворачиваем полулица ко мне. Ну давай. Другие полулица, да. Ох, нарядная. Сейчас пойдет черный грим глаза. Пойдем от большего к меньшему. Сделали гримом пол лица. Итак, Дима поедет домой в метро. Смоки. Просто порхает. Так. Давай. Закрываем. Сделай покрасивее. Сейчас налепишь мне этот глаз. Оп! И чтобы у него не отпечатались веки, потому что грим-палетка, она достаточно такая своеобразная, мы сейчас утрамбуем еще черными тенями по глазику. Зубы любишь? Ну и что, что у нас нет зубов? Зато у нас есть пухлые губы. Ну что? Это что, блядь, бегемотин? Ой, страшно. Уже пугает на самом деле. Да, ужас. В принципе, можно и уже остановиться на том, что есть, но мы продолжим и будем рисовать губы и зубы. Ладно, через зуб. Дорабатываем нюансики, потому что грим-палетка, она кремообразная, и она очень... она очень быстро как бы... в микроморщинки, в микропоры проникает, и уже не тот эффект. Поэтому дорабатываем тенюшечками черными слегка. Сделаем носик. Большой кривой. А это всего лишь макияж Хэллоуина. Как и так. Хэллоуин не макияж. Так. Хорошо, что это, давай. Начинай, художница. Рисуем зубки. Ух ты!
и с горем пополам мы уже подошли к финалочке, и финалочкой будет вот проход вот таким вот блестючим темным пигментиком по основным контурам, а потом подровнять кривые линии ватной палочкой. Уже нарядность пошла, мы откорректировали, поворачивая голову. Более такой четкий контур, такая прям испанская маска смерти у нас получилась. Так. Ча-ча. И сделаем для пущей нарядности еще и этот глаз. Даже если что-то в макияже пошло не так, все могут исправить вот такие вот блестючки сейчас с нюансиками. Блестючек добавим в образ. Это эмоция. Скучаете по Новому году, сделайте макияж на Хэллоуин, Дед Мороза и Снегурочку. Да ладно, нарядно. Эмоция. Закрой. А то еще блесточка. Упадет в глазик. Какой это такой глазик? Какой? Какой красик? Вот в этот глазик. А я думала, у тебя рука просто закрывает другой глазик. Не сидится? Ну, да. Ну, так. Ладно. Дим. Ани, да ты чё? Я сейчас как-то на свадьбу поеду. Свадебный макияж, блин, готов. Ну ладно, и так хорошо. Ну как? Ну, нарядно вышло. Нарядно. Все хорошо. Только не крась меня снова. Не, ну а чё, хорошо? Да, поворачивайся, дорогой. Ну вот, видишь, я эту стрелочку даже сделала. Угу. Лисий глаз. Лисий глаз. А сейчас будет мой макияж. А теперь? Да. Эля начнет красить себя, давай. Дмитрий сможет размять конечности, вычесать блестки из глазика. Из одежды, из глазика. Я всегда люблю оттачивать мастерство на ком-нибудь еще, чтобы уже на себе исключить маленькие недочетики. Я приступаю к своей версии макияжа скелетика. Сделаем половину белого лица вот этой палеточкой. Сделаю носик сразу лайнером, вот таким вот, чтобы сразу четко.
сделать белым цветом зубки. Сейчас поверх вот этих зубок они идут как праймер, то есть кремообразная текстура. Мы легко сможем вот такие биоразлагаемые блестки нанести. Основной макияж, куда же без него. Корректируем недочетики, которые мы не там ляпнули. И наклеиваем реснички. Делаю звездочки. Вот, раз. Ну, еще сверху, пожалуй. И мы нарядные. Мы почему мы так на улицу не выходим? Да пойдем. Пойдем? Угонемся, конечно, да, что такого? Да все хорошо. Наморничек такой. Неплохая китана. Опа. Готово. Моя хорошая. Да, второй стороной, не смазанной. Ну вот. Вот то, что не смазано, то и. Вот это что наляпало? Оно само наляпалось. Ты дергался, оно. Да, да. Ладно, главное, он пугающий, я красивая, поэтому Хэллоуин был удался. Поэтому ставьте лайк, спасибо за просмотр и всех люблю.